Дмитрий Шепелев уехал в Израиль. Шоумен покинул Россию. На майские праздники он уехал в Израиль. За блогом Шепелева следят более 250 000 подписчиков. На днях они узнали, что ведущий отправился в Израиль. Поехал он туда один или со своей подругой и сыном, пока непонятно. Поскольку нет ни одного фото с ними, снимки Дмитрий выкладывает в сторис, так что обсудить их подписчики не могут. Стоит отметить, что с некоторого времени Шепелев стал активно вычищать со своей страницы негативные комментарии. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!